Еще перед вилочкой. Кушай. Давай. Давай. Покажи маме, как ты кушать можешь, когда ее нету здесь. Умничка. Молодец. Картошечку еще. Потом водичку дам. Картошечку. Бери картошечку. Давай. Бери. Умничка. Еще бери картошечку. Еще. Еще бери. Умничка. Водичку теперь можешь пить. На. Угу. Сюда. Все, заработал. Кушай. Бери макарончики. Бери. Молодец. Еще бери. Умничка. Еще макарончики бери. Вот так вот, котенок. Молодец.
Садись, Вася, на стульчик. Садись. Бери макарончики. Бери макарончики. Бери макарончики. Молодец, умничка. Вот Василек. Он у нас уже подрос. Уже сидит на обычном диванчике. Смотрит телевизор. Три кота. Вася! Вася! Маленький! Внимательно мультики смотрит. Расслабился после ванночки, да, Вася? Да? Да, да. Василёк книжечку читает свою. Уже 9:45. Василёк сейчас кушает закусочку. У него сейчас еще будет мяско. Я сейчас ему добавлю. Он хлебушек любит есть, как обычно. Вот я включил тусклую лампу. Такое вот спокойное освещение, не яркое, чтобы он расслаблялся и засыпал очень скоро, как свечка с освещением. Кушай, мамочка, кусай хлебушек еще, бери, бери хлебушек. Сейчас спадки. Спадки хочешь, Вася? Да? Спадки? Хочешь спать? Вася, хочешь спадки? Да? Хлоп-хлоп, если спадки хочешь. Он уже сидит со мной 20 минут. Вот, шапка не снимает. Играется с игрушечками. Сидит себе спокойно. Так вот уже полчаса сидит на диванчике со мной. Грузовичок Лёва живет здесь. Он поднимается на лифте на второй этаж своего домика. Умничка, зайчик, сиди на диванчике, молодец. И шапочку даже не снимаешь, молодец, зайка. Умничка, котик. Лёва, давай соберем пылесос. Вторая моя порция, я взял себе суши. Посмотрим, я никогда не пробовал его в таком образе, в таком ресторане. Но попробуем. И взял себе два кусочка тонкой пиццы. И мне очень понравились эти пельмени. Сейчас попробую их. Вот стоимость $13.56 за мой ужин. Или за мой обед. Thank you.
Вася, Василий, лялька ты моя маленькая, да? Сопельки идут у тебя, да, солнышко, да? Смотрите, какой у меня маленький, беззащитный ребеночек, Василек. Да, Вася? Дашь ручки папе? Ой, ты умничка, нажимай на ручку, нажимай. Ой, ты моя умничка, солнышко ты мое, котик мой. О, пошла хищница. Боится. Боится? Уже прячется за твоей спиной. Как праздничный стол выглядит наверху. Я не люблю яркое освещение. Мне всегда приятно тускло, чтобы спокойно, тихо было. Вот тут запаленная свечка. Желтенькое освещение тут вот. Вот сейчас будем кушать и праздновать рождение Христа. Будем кушать. Да? Вот наш ужин. Вот сэндвич номер один для Васи. Сэндвич номер два. Куриный сэндвич. А для меня двадцать куриных наггетсов. И Кока-Кола. Вот наш чек. 14.56. Вот Василек играет в Макдоналдсе. У них тут есть такая детская площадочка. Вот мы в Макдоналдсе сейчас. Васька, бежи, прыгай. Прыгай. Прыгай, Васенька, прыгай. Сейчас 9 часов вечера, и тут никого нету.
Аду, аду. Давай, Васенька, еще раз. Вася, сюда, сюда. Давай. Давай, давай. Давай. Колу хочешь пить? На, на водичку пей. Все, отдай папе. Отдай папе. Вася! Василий! Вася! Иди сюда! Давай! 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 Слазь! Давай! Иди, папе! Василька, папе иди! Иди, папе! Иди, иди! Куда ты бежишь от меня? Иди, папе! Иди, папе! Иди, папе! Иди, иди! Квартиры тут в Америке начали строить, в этом городе столица. Четырехэтажные домики, $1600 в месяц минимум за одну комнатную квартиру. С маленьким пришли в Макдоналдс в Коламбусе. Вот его еда, наггетсы куриные. Любит макать в этот барбекю соус. А я купил себе вот бургер с напитком. Друзья, я сейчас нахожусь в мегаполисе. Это миллионник, город Коламбус, столица Огайо. Васенька, тут, короче, чтобы зайти в туалет, код есть. Вы представляете, что творится? Ломай булочку, Василька. Ломай булочку. Ломай. Ломай булочку. Кушай, солнышко ты мое. Вася, кушай.
Давай, зайка. Давай, Василий. Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Еще раз. Давай, Васька, давай. Вася! Вот Василёк кушает. Это его первый обед, первый завтрак. В этом доме. Кушай, малыш. Вкусненько, макарончики, да? Молодец. На стулочку садись. Садись на стулочку. Вот. Тут очень прикольно. Кушай, малыш, кушай. Что мне нравится, что тут вот такая стулочка стоит. Папина, кстати, от моего отца. Когда он погиб, я забрал эти стулочки. Они теперь у меня. Но что прикольно, что... Здесь Вася должен сидеть, он не может, как на других стулках, прыгать на них. Он знает, что он должен сидеть на них. Васенька, идем кушать. Идем кушать. Залазь. Залазь. Давай. Кушай. Кушай.
поднимается. Как вкусно, да, грязнюля? Вот Василёк кушает. Грязнюля ты моя. Смотрите, что творится возле моего дома. Вся семья вышла на прогулку. Ой-ой-ой, сколько цыплят. Вот мамочка близко, волнуется, что я тут стою. Thank you.
Да. Вкусненько. Только что закончился дождь, все такое зеленое стало. Смотрите, какая зеленая природа, обалдеть. Птички поют. Вот, был сильный-сильный дождь.